мы говорим, чтобы выходили замуж официально, будь это религия ислам, будь это по-христиански, чтобы когда вот процедуры соблюдали, только тогда у нас будет вот те ценности, которые у нас были. Мы же всегда вот славились Советский Союз, Россия. Я хочу, чтобы защищали, и я хочу, чтобы строили государство достойные люди. Вот чтобы продолжали то дело, которое сегодня ведет государство, руководство государства, чтобы вот если у нас не будет патриотов, там у нас не будет врачей, учителей, военных, милиционеров. Почему у нас всегда проблемы? Потому что у нас нет патриотизма. Потому что мало кто любит свою родину, мало кто хочет защищать родину. Это все связано с именно, все главное сохранение очага семьи занимается женщина. Поэтому я хочу, чтобы женщину ценили, женщину не продавали, чтобы женщина не пила, не нюхала, не кололась. Она же женщина. Она должна рожать. Наша родила женщина. И поэтому, чтобы она всегда была достойна среди недостойных. Поэтому я говорю, чтобы они носили там. Я же не говорю, чтобы они же носили. Чтобы они соответственно одевали. Я за то. Вот пишут, что Кадыров вот выпустил указ, или, не знаю, там, приказ, чтобы все одевались. Нет, такого нигде нет. Я даже вот ни один человек не может сказать, что Кадыров прописал такой там бумагу. Я наоборот, вот я веду пропаганду, я говорю, что надо одеваться, надо вот бороться с проституцией, наркоманией, с алкоголизмом. Я это говорю и буду говорить. Если это сегодня убрать, там, вот, сегодняшнее там это явление, то завтра некому будет защищать Россию.